А что вы думали? Это бизнес, понимаете ли? Да ну его! Зануда! Так, все на месте. Отлично. Поехали. Ну, я готов. К чему? Сниматься. Когда начнем? Начнем, когда надо будет. Ты сначала иди вон в тот трейлер и загримируйся. Загри... Чего? Ты что, в первый раз на съемках? Говорил же, что известный артист. Почему говорил? Я и сейчас говорю. Ты не говори давай, а делай. Иди, сказал тебе, в трейлер. Там тебе грим наложат и одежду выдадут для съемок. Все понятно? Да уж куда понятней. Ну и я, отлично. Здрасте! Как тут у вас интересно все? Еще бы. Грим — это целое искусство. Вас режиссер прислал? Ну да, я у него сниматься буду. Ну, сначала вы у меня гримироваться будете. Залезайте-ка на кресло. Здрасте! А это у вас тут что? Не видишь, что ли? Мастерская. Понятно. Сколько у вас тут всего интересного? А канистра вам зачем? Воду наливать, ясное дело. Ну или не воду. Ага. Вот эта штука мне может сгодиться. А нельзя ее у вас попросить? Попросить можно. Ну? Что? Прошу! А, быстрый какой! Попросить-то можно, а вот получить. Короче, что мне за это будет? Ну, а что вам нужно? Да много чего. А фотография Большенеггера вам не нужна? Редкое фото, между прочим. Мне сам продюсер подарил. Да ну. Ладно, давай сюда свою фотку и бери канистру, так уж и быть.
Ну, я готов. Вижу. Так, значит, план такой. Идешь на съемочную площадку, там актер стоит. Стоит, видел. Не перебивай. Станешь напротив него, там, где дрова сложены, он тебе крикнет: «А, это ты, мерзкий пес!» Это я-то, мерзкий пес? Да сам он! Помолчи! Кто тут режиссер? Ты или я? Вы. Ну, то-то. Значит, крикнет он тебе, достанет пистолет и начнет стрелять. Ты схватишься за грудь и упадешь. Что, сразу? Да я еще сыграть ничего не успел. Так, ты меня начинаешь доставать. Делай, что сказано. Все ясно? Да ясно, ясно. Все, иди давай. Через 5 минут снимаем. Вот еще. Так сразу и помереть, да? Нет уж.